стенд. Электроник находит Интерс. Спинил уже. Да, там уже подпушили, но очень долго готовили этот выход. В итоге Широ делает два минуса, но, однако, он один против троих, и будет очень сложно взять этот раунд. Бумыч. Удивите так, как это будет выглядеть из глаз Электроника. Ну, четко. Идеально. Они четко сделали все. Тимбол получает в голову от Акселя. Будет тяжело играть на удержание по позициям, что врывается перфектно на плент. Флейми забирает Акселя. В туалетах есть инфа по Широ. Там был еще где-то человек, это где? Вот он в машине, его не прочекали. Это Супра! Японский автомобиль! Бумыч, один против двоих. Ну, собственно, хорошее начало этого выбивания для команды Na'Vi. Но именно Na'Vi сейчас играет раунд с пистолетами. И спешка, по-моему, однозначно будет не на руку. На Фане справляет, которая позволяет все это читать. Читает. А Перфекта проверят. Привет, Перфекта. Флейми продал тиммейта. Привет, Флейми. А как так? Опорники базы Б. 5-2! Юра, 5-2! Опять заливаем раунд пистолетом. Ну, это изи-катка. Все будет, Леш. 12 секунд до конца. Попытка поставить бомбу на позициях Аплента. Интер забирает Флейми. Бумыч! Бомба! Он отменил бомбу! Интерс! Нужно прикрыть Интерса любой ценой! И это делает Широ. И заключительные фраги. А у команды Na'Vi в упоре Электроник. Забирает одного, пошел дальше. Врыв! И тут не пошло по спрею. Аксель делает минус по Электронику. В спине погибает Егор Васильев. Прострел. Второй мимо. Вовремя отошел Аксель. Перфекта забрал Интерса. 2 в 2. Ну, вот. А почему отменил установку бомбы, братан? Зачем? Ну, его прострелили, он решил. Команда Na'Vi остановила четко. Хотя. Ну, знаешь, там где-то смелости не хватило. Вот четко пока что продвигаются к установке бомбы. Перфекта постарается всячески все это дело предотвратить. Бумыч. На Фане на размене. Перфекта. Очень важный минус. А бомба, ты видел, куда выпала? Да. Чел на мост вообще не имел права идти с бомбой. Ну, там ну, сомнительно. Ну да, было тонко. Так, коннектор у нас от Симпла. Это соло. Легчайший минус первый. Так. Санечка! Куда Санечка? Пошел вторым фрагом? Но его не могут Третьего! Остановить! Нормально. 9-6. Но по той игре, которая происходила, если учитывать, что Na'Vi отдали... На Фане. Так, один слева по 90 погибает. Это был Электроник. 2 в 2. Что по диффузам? Диффуза есть на Фане. Есть инфа также по пленту. Это был Перфект, который забирает Интерза. Ну и на Фане остается 1-2. Будет сложно. Тут ладно еще Перфект, а там еще Симпл живой. Ну и... Одного размен, при этом супра красный. Электроник. Ну тут должен разбираться ты для Na'Vi. Ну, шансы вернуться будет уже, в котором двигается команда Na'Vi. Жиро! Вот этот минус второго... Пока Интерс тут все не развалит. А не так-то просто, понимаешь? Вот гранатами грамотно отрезают себя ребята из Gambit Youngsters. Работает Интерс. Сага 47-м. 3 4-го. Нет, хотел забрать 4-го, но на Фане не дает. Симпл пока что включается. Широ постарается нам сейчас показать. Стяжка тиммейтов на БПН. Первый минус. Аксель забрал Флейми. Окей, Широ. Просто в пиксель забирает Электроника. Ну и вот она без шансов. Принятая атака. Как хорош Симпл с диглом бывает на игроки команды Гамбит. Увидел Широ ствол. Да, тень, он даже тень заметил, промах. Ну, дальше отрабатывает Аксель на Фане по минусу. Опять-таки же, просто без шансов. Симпл отработал дигл. Сашу не подводит, но... Ой, на Фане, сейчас будет проблема. Итак, выход на базу Б, пока что проблем нет. Бумыч! Вроде бы энтрифрак, а дальше на Фане и... Ну, с раскидкой мы увидели в прошлом. Так, Широ. Еще минус. Да. Не, нужно было подумать все-таки на шаг вперед. Перфекта, отличная позиция. Вроде показалось нам, а вы но нет. А вы сделали? Супра. Просто понимают. Интерс. Нет, Флейми включается второй волной. Как же жестко он разваливает. Три минуса. За на Фане Хаешку под ноги. Ой-ой, какая бомболейва. Вторая залетела. Na'Vi просто обречены на этой атаке. У Na'Vi вообще не идет, сыграет опорники Аплента. Широ в упоре. Все, пропустил. Делает минус. Очень важный. Бомба попадает. Аксель забирает лонг. Электроник падает. Падает Перфекта. Остается Симпл и Флейми. Это топы, господа. И я вижу, как Амиран аплодирует. А, ты, походу, за Гамбит топишь. Да, Электроник справляется с агрессией со стороны Гамбит Янстер. Симпл нах... Когда надо когда агрессировать. Нужно агрессировать, когда у тебя допы. Когда ты отыгрываешь два матча. Да, то есть вроде бы ты берешь два подряд и, ну... Так, Аксель уже справляется с Симплом. Бумыч на размене. Ой-ой-ой, Бумыч на таймере. Атака команды Na'Vi. Вот она, фирменная раскидочка. Перфекта готов врываться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто больно. В линию похоронил троих Интерс. Бумыч забирает Акселя. Окей, 2 в 4. 40 секунд до конца. На Б-пленте уже как минимум трое. Ну и что, Симпл и Бумыч. Капитан и основной бомбардир, капитан. Оппонент вроде даже слышал его.
геймпад. Саня Симпл. Просто Саня Симпл. Ты видел? Широ. Под собой чекает? Да. Чекает. Проверяет, но Саша Симпл и в таких ситуациях хорош. Есть электроник, есть, но он один против троих красным выставляет акселя. Хаешка, но, скорее всего, мимо. Прострелом! Красавчик на электронике! Подожди, Денису нет смысла сейвить, по большому счету? Конечно нет, надо идти до конца. Смог в плен, смог Элик на спуск. Может. Верим? Сейчас посмотрим. Подожди, он слева, там чела хорошая позиция. А, задергали, здесь уже обошел спину. Человек, который должен добавлять в игровых моментах в очередной раз. Ну как? Да ладно! В ногу попадает Симпл. Как? Посмотри, и тот красный. А разменять? Эту дуэль. А некому разменять. Вот девяточка. Девяточка должна была разменять. Так есть, это был Аксель. Он забирает Симпла, электроник на апленте забирает на Фаню. Тут же Бумыч врывается на машину, тут все горит. 3 в 4 ситуация. Но проблема в том, что у Гамбит все перекрыто со всех сторон, но Интерс находит минус по электронику. Это важно. А что там в банке происходит? Там тусовочка нарисовала. Вот так вот, друзья. Ну, честно, я такого не ожидал. Я мог представить себе все, Лех, но, честно, такой уверенной, такой сваженной и, главное, морально устойчивой игры от Gambit Youngsters. Б, так, первый пошел, Широ в упоре забирает еще одного. Электроник на размене, что дальше? Что же было дальше? Дальше размен от электроника. Ну, как минимум одного увидит. Окей, а кстати, по зелени есть информация? Нет, Элик поторопился, догадывается. Выстрелом. Ой-ой-ой! Опасненько от третьего, но третьего уже не ждет. Нами все, в принципе, достаточно неплохо, но тут заходит Супра. Да, забрал Флейми, выбил бомбу. Ну что, последний перфект. Второй заход, флешечки, начинается выход, на Фаня делает минус. Электроник разменял. Так, ну что, ключевой момент на Фаня. Ой-ой-ой, хорош. Ждать на таймере. Ну, должен действовать Симпл. Заметил соперника. Ноу-скоуп. 20 секунд. Падает на Фаня. Второй. Нет, с Акселем не справляется. Пошло. Пошло! Уже в плюс! Так, есть размен. Аксель! В зигзаге. Последний Широ. Нельзя умирать ни в коем случае. Прострел от Широ. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же близко было, но просто... Идеально. Ну, хорошая пауза была. Он прицельно выходил на него, знаешь, вот. Ну, выходишь... там все, да, там без... Оу, Аксель. Хорош, 1 в 3. Ну что, сохраняется у нас все-таки. Интрига в этом раунде. Спокойно. Говорит, подождите. Тут еще все не закончено. Аксель, 30 хп. Нави, такое уже не должны отдавать. Ну, дальше Верочка была разыграна. Прятали за вагонами. Перфекта дождался. Так, он заметил. Ой-ой-ой. Привет. Ну, опять-таки, же тут проблем не возникает. Дым развеется, хаешка какая! Боже! Как же это же красиво! Это же Коби! Так, эко, да, все-таки эко, и это голое эко. Есть смачок, но здесь Нави принимают этот выход. Справляется этот парнишка! Эйс, эйс! Дайте эйс! Ну, посмотри, 2 красных, 7 у Симпла, 3 у Флейми. Но опять-таки же, вот если Нави покажет образцовое выбивание, проблем возникнуть не должно. Аксель третьего забирает. 2 сотых остается. 4-й хедшот от Акселя. Аксель, боже, как... Первый есть. Ну, это легкая добыча. Он под собой не чекает и, возможно, убьет плент. Еще один пошел, знает плент. Заберет Акселя. Еще один закапывает уже Симпл 4 в 2. Как так? Вот, знаешь, это без зуба сыграли. 4-й минус от Симпла, электроник уже... Перфектыч. А на чё, а чем обосновано решение? Зеленью? Симпл может спасти. Нафаня еще забирает Флейми на зелени. Это проблема. Электроник минус по Нафане. Смотри, как играет Симпл. Вот никто не читает, что вообще происходит. Промах от Симпла. Он не пошел дальше. Решил сполоснуться. Итак, Симпл забирает Нафаню. Дальше перфекта отрабатывает по верхней волне и справляется. Это было флешки, да. Оп! Бубумыч! Симпл подстраховал очень вовремя, забрал Супру, а так с Бумычем и электроником, Флейми на зелени. Все-таки справляется с Нафани, 3 в 3 ситуация, 15 секунд до конца, 15 Ребята, секунд нужно двигаться! Конца. Ну долго, да, недолго ретейкли мейн, выходили, стреляли, Симпл делает минус по Широ, 9 секунд до конца, Супра остается 1 против 3. Флейми ставит точку в этом матче, не матче, простите, на карте, конечно же, Детрейн. Мне кажется, рано все-таки начали атаковать Гамбиты, слишком рано атаковали в последнем раунде. Вот еще подождать пару секунд было бы нормально. Беда, беда, но, скажем так, у Нави есть характер, они это показали даже с молодыми, все-таки, ну, есть поводы серьезно задуматься.
Какое решение принимают ребята? Широ делает выпад, забирает Бумыча. Нет размена от Нави. Также подтягивается тройкой второй. Они сейчас продавили! Просто начинают! Перфекта и неужели на... Да, и ретейкнуть его. Кстати, вот по поводу твоего высказывания, что у Нави бай, я даже придумал заголовок для Cybersports.ru. Simple настолько запугал комментарий. Крыть зигзаг, закончилась смертью Бумыча. Падает на центре на фане, ошибка. Будет отмораживаться до последнего, но Аксель при этом сделал минус по флейме. Смотри, как Simple аккуратно все проверяет. Пропустил Супра. Он просто знает, что здесь тип! Костылев! Гений! Чуваки играли в обороне именно таким образом. Но об этом потом, потому что у нас выход на Азис. Сейчас кто-то сгорит. Перфекто. Это было идеально. Аксель погибает. Точнее, Аксель забирает электроника на фане. Ну, тут изи, каточка. Так вот, возвращаясь... Ой, хаешечки, там сейчас такие залетают, посмотри. Первый вышел. Не долетел. Интер забирает уже третьего игрока, выходящего по зигзагу. Последний падает Бумыч. Выход шорт, и там уже и хаешки вообще залетали. Так. Ой-ой-ой, это же нельзя победить! Егорка. Перфект. А почему не чекается машина? Не ожидал. Simple, ну как? Ситуативно они сейчас начинают собирать информацию. Аксель делает два минуса на ЛНГ. А этого не читает, что не чекает? Денис! Ну, парни! Хаешка, коктейль Молотова, у Бумыча серьезные проблемы. Врыв от Интерза, ну как же отрабатывает. Ай-яй-яй! Ему да. Три соперника спиной, и будь, ну скажем так, он немного точнее, там ситуация разрулилась без проблем. Тем временем Эко с гваками от Гамбит Янгстерс, попытка выхода по зигзагу, забрали электроника, красным оставили Симпла. Третьего отправляют в направление базы Б ребята из Нави, окей, перфекто, под флешку, врыв, забрал Супру, Флейми, ну тут вообще шикарно расправляются. Под флешку на фане, by the way. А, скорее всего, это флешка Симпла залетает. О, вообще. Егор! Троих уже забрал. Так, врыв с шорта. Электроник очень важный раунд. Еще один врыв, как же... В целом, Флейми. Вот надо забирать Егора. Первый минус есть. Итак, Саш Симпл. Погибает Аксель. Ой-ой-ой, тут развал 7 произошел. Секунд до конца и Широ. Регион, который показывает крутые команды, крутые решения. Клу вдвоем игроки команды Нави, Флейми, Симпл по минусу. Флейми с АВП просто расправляется на изичек. Какой же несвоевременный промах от Саши Симпла. Суп разбивает. Электроник жить. Второй дедаст. На фане страхует бомбера. Флейми последний. Дрался это... как лев. ГГ. Это ГГ. А команда Гамбит выигрывает у Нави. Этот матч был шикарным. Не знаю, что еще добавить. Мы с тобой посмотрели такую сочную катку, да, то есть три карты хорошего Counter-Strike, где местами, да, было очень больно команде Нави. Но я не знаю, то есть что можно добавить. Эмоций как бы достаточно много, матч был насыщенный, но не совсем понятно, что с этим делать дальше.